Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Fritz and Games. А вот у нас видео вышло по ЗВ не стрим, а видосик, потому что я говорил, что будет, но так как у нас Великая Арена идет на стримах, то мы запишем с тобой Джео Светлые, но не первый, второй этап, которые, в принципе, однотипны, то будет у нас только третий и четвертый этапы, где есть спецбоевки, где посложнее, где вот это вот все, потому что первые и вторые, они проходятся достаточно-таки просто. Вот третий и четвертый есть вопросы. И, следовательно, здесь надо подучиться играть в эти вопросы, так сказать. Поэтому мы их еще позаписываем. Здесь флотилия. Здесь у нас что? А здесь особо выбора нет. То есть, в теории, если здесь у нас идет Галактическая Республика, то здесь должен быть в теории переговорщик со всей Галактической Республикой. А сюда, скорее всего, залетает рыба с повстанцами. Но здесь повстанцы достаточно слабы. Напоминаю, что это Тоха. И мы вряд ли здесь справимся. Ну-ка, дай-ка я открою повстанцев. Вэдж, по-моему, из-под крепа должен вылетать. Ну да. Вэдж из-под крепа, Бикс. Блин, ну они в любом случае не справятся. Сокол хорош. Бикс тоже в релике. Вот эти два пацана не в реликах. Фениксы тоже не в реликах. Блин, мне кажется, не справимся. Так, получается, скрытность, преимущество сильнее. Так, надо же ускорять перезарядка вызова подкрепления. Наверное, вот таким образом. Еще и скорости может не хватить Агвару. Давай попробуем, ни разу не пробовал. Ну, разочек, буквально больше не пойдем. Потому что переговорщик-то точно справится, но мы его, так и быть, на спецбой отправим. Здесь попробуем, посмотрим, что у нас смогут сделать повстанцы. Если у нас не отлетит сразу стартовый состав, то мы, в принципе, еще поживем. Че, все мимо? Вообще ни разу не попали? Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй. А, ну еще и атакующее звено, ну круто. Да. Но здесь я думаю, что надо помимо того, что флот пожестче, надо Акбара качать. Ему явно скорости не хватает. Угу. Я понял тебя. Ладно, окей. Окей. Хорошо. А, так, сюда залетаем штатно. Вот таким образом. Блин, обидно немножко, но на самом деле меня тянет даже за повстанцев поиграть, потому что флоту повстанцев он очень интересный. Но мне, по крайней мере, вообще симпатизирует. Вещь. О, этот злорадство у нас. Бляха, злорадство это боль. Но мы справимся. Так, нет, сюда. Вот таким образом. Хорошо. Вот таким образом. Подкреп, и следующее будет атакующее построение. Ну, хоть валюты немножко рубанем. Так, давай, атакующее построение пошло.
Таким образом, усиление атаки прискакало. Разгончику даем. Вот так даем. Давай сюда еще бахнем. Ну, немножко флагмана разогнали, но, в принципе, это не страшно. Я имею в виду вражеский флагман, он же злорадство. Диена на подлете. Приколдес. Давай, наверное, вот так. Все, таким образом. Я знаю, что там запрет упал за счет того, что я снял пильщиков, но... зато я снял пильщиков, то есть они толпой не смогут лупануть. Хотя они и так ничего не смогут сделать. Да, да. Хорошечно. Блин, с повстанцами, конечно, осечечка, но да ладно. Так, будильник, во-первых, выключить. Во-вторых, так, здесь мы закончили. Дальше. Низ. Следует начинать снизу. Бить, если хватает пачек. Хорошо, я тебя понял прекрасно. Сколько нам надо звезд взять? Три. Три звезды. То есть мы здесь ударим, потом туда перейдем. Великая пачка джедаев, самая сильная пачка. Ну, самая сильная пачка здесь... Так, подожди. А здесь нам кто нужен? Здесь нужен ГС и Асока. Здесь... любые со светлой стороны. И здесь Галактическая Республика. То есть сюда было бы неплохо Падмы пак запихнуть. Сюда, допустим, КЛСа запихнуть. Сюда заходит ГЭС со Сокой. Сюда заходит МДК с Кошкой. А, Падмы пак без ГК и без Кошки. Что это за падмопак такой получится? Блин, обидушка. Самая сильная пачка. Ну, это МДК по-любому. МДК. МДК. Командир Асока Тана точно сюда зайдет. И зайдут кто-нибудь попроще. Например, Барис. Мейс и Квай. Барис, Мейс и Квай. Да, должны. Должны за счет Кошки и за счет МДК, в принципе, затащить. Как-то надо попытаться раскидать паки так, чтобы хватило вообще на все пистолеты. Я, конечно, сомневаюсь, что так оно и получится. Давай мы, наверное, вот здесь вот уберем провокатора. Давай сюда. Снимем усиление. Получим усиление от... Ага. Бляха, вот Б2-то лучше сейчас порешать. Отлично. Не-не-не-не-не, тихо-тихо, живи-живи, сейчас я ультану. Не пережил, ну ладно. Если терять по одному персонажу на каждой волне, мы, в принципе, как раз дойдем до четвертой волны, и все будет хорошо. Да... Не, ну опять же, чего я ожидал? Мейс не самый крепкий танк. Тем более, что у него всего лишь Р3. Угу. Вот здесь я дам иммунку. Ой-ой-ой, хорошо-то как. Давай добиваем. Усиления нет. Давай таким образом. Отлично, отлично. МДК уже по 72 тысячи лупит, что не может не радовать. Таким образом делаем. Дальше
Бляха, тут альфа есть. Два солдата. Давай сделаем так. Минус квай. Ну, получается, по одному персонажу мы каждый раунд так и будем терять, получается. Вот только не кошку, вот только не кошатину. Так, решили с козырей зайти, да? Сразу МДК лупить. МДК, точнее. Вот сволоты. Так, это походу минус Барис, да? Подожди, подожди. Давай попробуем ее подспасти немножко. Не смогли спасти мужичков, так хотя бы барышень попытаться сохранить. Сволоты пробивают все-таки. Давай мы здесь дадим вот так. Здесь мы дадим вот так. Нужно все равно билка в откате у МДК. Ага. А теперь допинаем альфу. Отлично. Сейчас должен ходить МДК, потом кошка. Она ультанет и заберет ключевого персонажа среди местных. А кто тут ключевой? Бляха, ключевой тут в инвизе сидит. Санфак. Санфак не интересен, если честно. О! Запреты, 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 запреты. На всех запреты. Кошмарики. Во, все, теперь я спокоен. Только в инвиз с волота не уходи. Да ты что ж ты будешь делать-то? Ульту я, пожалуй, оставлю на четвертую волну. Так, а там вот Катя билка, я не помню. Ага, не настакали. Давай вот так. Не, Шиен пока не будем. У него сейчас никакого толку нет. Угу. Кто сейчас будет ходить первым? Кошка или МДК? Гривус? Так, нет, я делаю Шиен. Сейчас я сделаю ульту. Мы будем игнорировать провокацию. И заберем Гривуса. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Перестарались чутка. Минус Гривус. И теперь остается дроид-снайпер. Но я делаю вот так вот откат. Плюс не уяз. И понеслась. Ну, мы еще не настакали точно тут дамага столько, чтобы уронить. Хотя. Не, нормально. Но это победа нам. Да.
Ладно, здесь получилось. Допустим, допустим. Далее пойдем за кого? За Млюка. Да. Великая пачка джедаев — это определенно Млюк. Так, ты джедай. Погоди. А если сюда я пущу КЛСа? Да, давай. КЛСа мы пробовали, по-моему, два раза, и получилось, один раз получилось, один раз не получилось. То есть 50-50. Ох ты ж, ёжик. Ну, первый этап, он как бы первая волна, вторая волна, в принципе, всегда попроще. Ну, третий, четвертый меня больше интересуют. Вот здесь плохо. Если получается, надо вот этих дурачков по бырику забирать. У КЛС пака есть один минус. Если по нему жахнуть ошеломлением, то он будет огребать. По самое не балуйся. Но здесь вроде как никто не дает ошеломления. Угу. Так, 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 так. Вот эти страшные. И вот эта гадость страшна. Хорошо. Спокойно, спокойно. Что ты себе позволяешь, Магностраж? Тихо, 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 ну не в Чубаку, ну почему в Чубаку? Бляха, они знают, кого когда выцеливать надо. Это кто у нас за сахухуху? Андроид серии Т, плохо. Это плохо, тогда начнем, пожалуй, наверное, с тебя. Угу. Таким образом поступим. Тихо, тихо, тихо. Нормально пока идем. Б2, конечно, напрягает, но не могу сказать, что прямо так и вах. Вот и все. Ну, достаточно таки неплохо КЛС пак затащил, скажу я тебе. Весьма уверенно. Весьма, весьма и весьма. А, так, у нас еще остался ГР. Опять же сюда. Здесь генерал Скайуокер и Асока Тана.
Кто сюда вот ГР может зайти? А, Шакти с клонами. Шакти с клонами. Раз у нас Падма пак разваливается, тогда смотри. Сюда заваливается Шакти с клонами. Сюда заваливается ГС с Асокой. Сюда заваливается ГК еще с двумя клонами. И все тогда по красоте получается. Тогда сюда Млюк джедайский попрет. Отшельник. Ну, таким вариантом. Сейчас Реван пак остается, но я не умею им играть, ты прекрасно знаешь. Шакти с клонами может. Хотя тоже игры за Шакти с клонами у меня не то чтобы прям... Да, опыта игры не так что и много, но попробовать определенно надо. Да. Давай сюда. Хорошо, минус раз. Так, ты базовый лупишь. Бляха, никого призывать ты не планируешь, да, сегодня? Нет, немножко все-таки хочешь. Отлично. Бляха, там станы у пацанов. Ой, инвиз. Инвиз, какой стан? Инвиз, конечно же. И предвидение не спасает от шпионов. Так, давай сюда. Есть контакт. Здесь у нас уже есть учение. Давай сюда сделаем. Вайло опять же. Отлично, контроль попер. Кстати, ульта уже готова. Нихера себе, быстро мы. Давай Вайлу учение кинем. Да, легко пока что. Ах ты ж ежики. Давай так. Ну а сделаем вот таким образом. И поперли. Заберем B1 по бырику, пока есть вариант. Хорошо. Теперь сюда. Через Айлу опять же. Бля, Хайло, ты можешь призывать Рлюка в поддержку? Все, учение на всех есть, отлично. Так, на шпионе запрет висит. На. Не, ну за Млюка легко достаточно проходится. Да, еще и контроль попер. Да давай призывы уже, а. Ой-ой-ой, Б2. Не скажу, что это страшно, это больше неприятно, чем страшно. Не, короче, Айлу призывать такое себе мероприятие. Надо лучше отшельника звать. Он и бьет, и прохиливает. Отличный персонаж. Ах ты ж, ну здесь уже можно через Айлу отыгрывать.
Так. Сейчас отшельник урон не нанесет, поэтому давай Вайлу кидаем. Ну, Вайла базовый лупанет. Так, отшельника поехали. 68 тысяч. Хорошо. Дай стан. Умничка. Это, конечно, не Флавис, но это Виктори. О, жуки. На. Это раз, пацаны. Это два. Это три. Это четыре. Это пять. Это шесть. Это 7. Это 8. Это 9. Так. Это 10. 11. Да ты что ж ты такой живучий, это падла? 12. 13. 14. 15. 16. Все, 16 ударов и жуков нет. Я рассчитывал, что все-таки у нас будет счет поменьше. Ну, 16 тоже неплохо. Ладно, хорошо. Здесь мы типа что-то типа справились, да? Да. Так, спецбой оставим на потом. Здесь у нас еще что? КЛС прошли, зарешали. Звезды здесь вроде брать нельзя. Да. Но мы зайдем сюда шакти с клонами. Леха, я очкую маленько. Ну, поехали попробуем. Шакти с клонами это, конечно, не ГЭС. Ну, ёптель. Так. Мимо? Удачно. Ага. Я молчу, потому что у меня некоторая доля концентрации сейчас присутствует. Ебать. Угу. Этих надо очень быстро выносить. Ну, слушай, неплохо. Неплохо залетели. Угу.
Ну-ка, фу. Нет, не буду давать массовку. Точнее, не массовку, а массовый призыв. Так правильнее сказать. Дукич. Ах ты мразь. Тихо, 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 Дукич. Подожди, подожди, скотина. Ух ты, сволота. Ой, сволота. Рекс, 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 ты мне нужен. Красава, Рекс. Не, конечно, потерять клона не страшно, это даже наоборот в плюс пойдет. Но пока что я... Блять. Не хотел бы этого делать, хотел сказать, но не успел. Я все-таки думал, дотянем до четвертого этапа. Тихо, 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 тихо. Так, Шакти ходит первое. А, не, эхо ходит. Шикардос. Ну ты ж, падла. Не, ну хотя понятно, конечно. Он еще не успел себе настакать урона. А не, слушай, тут мы должны затащить. Если эти трое сейчас в разнос не пойдут, то все будет хорошо. Сволоты. Отлично. Есть контакт. Ну, слушай, это мы, получается, пистолеты все закрыли. Единственное, что осталось два спецбоя. Так, закрыли, закрыли. Закрыли, закрыли. Здесь у нас спецбой. Как? Ах ты, ежик. Тоха, видимо, заходил на втором этапе. Блин. Ну ладно. А, здесь. General Anakin Skywalker. Мне надо, надо, надо 501 гейр джедаи, ГС и другие светлые джео. Генерал Скайуокер. Есть. И... Ассока Тана. Вот она. Есть контакт. Блин, за ГК, конечно, обидно с Коди и сержантом, что не поиграем. Очень хотелось бы, если честно. Так, минус раз. Бонусной защитки немножко дадим. За Гэсом мы тоже не всегда можем проходить. Я даже не знаю, если честно, какой у меня винрейт.
Да, ошеломление. Бляха, ну этим двум, в принципе, дал уже неплохо. То есть Магностраж не получит провокацию. Не, базовую. Хорошо. ЭГС должен первый сходить. Да. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй. Ну, это минус Асока точно. Есть контакт. Четвертый этап. Здесь Дуку. Блин, вот если он сейчас не даст ошеломление, это будет жопа полная. А на нем ошеломление, надо его быстренько попытаться выместить. Отлично. Вели. Подожди, подожди. Великолепно. Так, завершено, завершено, завершено. Размещаться здесь нельзя. Там у нас завершено. Здесь завершено, завершено. Разместиться, разместиться. Пусть Тоха сам размещается. Ну, мало ли что. Вот как-то так. Ладно, с третьим этапом, в принципе, получилось все неплохо. Ждем тогда четвертый. Там заодно будет кам. Так что, если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила.